Первый раунд. Спортсменов красного объявлено на замечание за несовременную подготовку. Судим показатель упал. Бойцы не судим. В данном бою на результатом двух раундов победил боец красной экипировки Истратик Тимофеев. Команда «Экшн». Ковер номер два приглашается вторая гостья. Пара Макаревич Валерия, Бабарыкина Эмилия. Готовится Гудеев и того. Данный бой уже не выпил невозможности продолжать бой. Победу одержал спортсмен синей пятеровки Прочет Валентин Эншин. На площадку приглашается пара номер три.